Партия ЛДПР провела всероссийский прием граждан. Это новый формат работы, который позволяет одномоментно услышать нужды тысячи граждан страны. Донастроить законопроекты и инициативы, чтобы они отвечали именно тем потребностям, которые сегодня необходимы людям. За 4 предыдущих приема ЛДПР приняла более 63 тысяч обращений. Большинство из них касается вопросов социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и специальной военной операции. Чтобы говорить правду, ее надо знать. И как предвыборную программу кандидатов в президенты, так и то, что происходит в стране, в регионах, в семьях, мы узнаем через наш новый формат. Всероссийский прием граждан депутатами ЛДПР всех уровней. Эффект от этого очень простой. Чем больше обращений, тем больше мы можем понимать, о чем беспокоятся наши жители и горчане. И тем больше предложений депутаты могут выработать для действующей власти, чтобы улучшить качество жизни наших жителей.